Батальон дорожно-постовой службы управления ДАІ управления внутренних справ Гомельского облвыконкама отзначил юбилей. 45 год тому створены отдел по организации безопасности дорожного руху. Поступово подразделение ширилось, рота, потом дивизион, и вот зараз батальон. Поширялся штат, изменялась организационная структура. Одна головная задача заставалась неизменной – безопасность на дорогах Гомеля. Из ее сотрудники подразделения справляются, нередко допомагают и своим коллегам из районных отделов. Нам в своей работе, то есть сотрудникам госавтоинспекции, конечно, приходится приспосабливаться и к высоким технологиям, и передовым формам и методам, обмениваться опытом со своими коллегами из других областей. Но я хочу сказать, что нам действительно удается это, и мы идем в ногу со временем. И что касается профилактики безопасности дорожного движения, задачи, возложенные на батальон дорожно-патрульной службы, они выполняются. Подчас урочистого вечера, присвеченного 45-годию створения батальона ДПС, лепшие сотрудники подразделения отримали подяки и узнагороды.